дня. Тож розкажіть, будь ласка, що це за лодка така? Это прогулочно-туристический каяк, двухместный каяк, который предназначен для небольших туристических прогулок. І він взагалі безпечний? От, наприклад, якщо я буду на ньому кататися, я не перевернусь? Это легкоуправляемый каяк, перевернуть его очень сложно, ну, скажем, без заказа мы не переворачиваем. Ага, тобто можна замовити, так? Да, да. А як ним управляти? Це весло на одну сторону чи на дві? Значить, є різні моделі. Традиционно этот каяк управляется без руля, но опционально комплектуется рулевым управлением. Вот. Но, собственно, в наших условиях не принципиально брать рулевое управление, управляется просто веслами. Ну, а взагалі не страшно кататися на такому каяку? Я, наприклад, трішечки боюся, бо я вперше. Скажем так, в наших походах и мероприятиях участвовали дети, начиная где-то с трехлетнего возраста. Вот родители берут таких детей, не боятся, и многим из них очень нравится. Тож, перш ніж я сяду у цю лодку, що я маю знати про безпеку? Прежде чем сесть в эту лодку, вы должны пройти инструктаж. Потому что хороший своевременный инструктаж способствует здоровью и хорошему настроению. То давайте инструктаж тоді. Давайте. Собственно, вот этот каяк ставится прямо на воду. В него нужно заходить. Как правильно заходить в каяк? Значит, прямо с берега или с пирса ступайте одной ногой по центру, двумя руками прихватывайте за борта, поставляете вторую ножку и садитесь в сиденье. Специально здесь вот мягкие неопреновые сидушки. А если я невдало стану, то я могу перевернуться на бік, так? Ну, в принципе, да, эта лодка шатается, но опять же, за счет своей ширины, это широкий каяк, его перевернуть достаточно сложно. Более того, вот эти лодки все, они обладают положительной плавучестью. То есть даже если вы перевернетесь, то лодку спасать не надо, весло спасать не нужно, наоборот, можно за лодку еще и придержаться. Вот. Значит, когда вы сели, обратите внимание, здесь вот есть два таких упора под ноги. Они регулируемые. Вот, и их нужно отрегулировать таким образом, чтобы был легкий изгиб в коленях. Вот правильная позиция нахождения в каяке. И это, в принципе, все, что мне нужно знать? Ну, наверное, нужно еще знать, как выходить с каяка. Значит, вы подплываете к самому берегу, вплотную к берегу, чтобы прямо с каяка вы могли выйти на землю. Это очень важно, потому что если между берегом и каяком будет какое-то расстояние, да, допустим, метр, вам будет казаться, ну, здесь там глубины нет по колено, да, а некоторые места в реке, где глубина под берегом, ну, до 2 метров может быть. И вы начинаете выходить с каяка, и получается тот самый переворот, который вы не заказывали. Поэтому очень важно, вы на каяке подплываете впритык к самому берегу и начинаете с него выходить. Выходить все так же, только в обратном порядке. Прихватили за борта, поставили ножки посередине каяка, в самом центре, тут две такие есть направляющие, встали, вот, и одной ногой вышли на берег. А мне не страшно. Не, насправді мені трішки страшно. Як ми проходили інструктаж, сразу становишся в центр лодки з берега. Може за мене придержатися за плечо. Ага. Да. Ага. Все чітко? Да. Упори, смотрю, нормально подрегулировал кто-то под тебя. Да. Какой-то хороший человек. Смотри, ты можешь на меня сейчас повернуться, я покажу, как брать весло. Значит, берешь две руки и аккуратненько притрагиваешься к макушке. Вот здесь должен быть угол 90 градусов. Транспортиром мерять не надо, но ну, примерно в целом. То есть получается руки немножко шире плеч. Вот. И когда гребешь, одновременно работают две руки. Это такой фитнес на свежем воздухе. Когда одна рука тянет воду, другая отталкивает. И та, которая отталкивает, она выпрямляется практически вот до самого конца. Вот. Получается такая естественная пауза в гребке. И в этот момент водичка с лопаточки, она стекает за лодку. Не на тебя, а за лодку. Собственно, вот.
чуть-чуть шире левую руку. Ага. Це дуже важко. Треба якось розвернутися. Насправді це не так страшно екстремально, як я думала, це навіть трішечки прикольно і дуже весело. Якщо ви ще жодного разу не каталися на каяках, то я вам дуже рекомендую.